В предыдущем выпуске патрульной службы мы сообщили об инциденте на Московском шоссе, где сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находилась женщина, предположительно в алкогольном опьянении. Автомобилист отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения и покинуть свое транспортное средство. Ударила инспектора по ноге, а затем, находясь в салоне патрульного автомобиля, начала бить ногами по стеклам, продолжая оскорблять сотрудников. Вследствие оказанного неповиновения законным требованиям сотрудников полиции, к водителю в соответствии с федеральным законодательством были применены специальные средства – наручники. Автомобилист была доставлена в Московский отдел полиции, где в отношении нее составлен протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Ольга Николаевна, вы много выпили-то сегодня? Я не пила сегодня. Но вы же пьяная. Я не пила сегодня. Убери свои... Материалы по противоправному поведению женщины в отношении сотрудников полиции направлены в региональный следственный комитет. По нашим данным, в отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователь регионального следственного комитета провел профилактический урок в 11 классе кадетской роты имени Михаила Тверского средней школы номер 16 города Твери. Обсуждаемые темы – противодействие идеологии терроризма и экстремизма, а также ответственность за противоправные действия, связанные с террористической и экстремистской деятельностью. В своем выступлении следователь акцентировал внимание школьников на целенаправленную всестороннюю организацию работы правоохранительных органов по противодействию терроризму и экстремизму. Особое внимание представитель следствия уделил проблеме интенсивного использования интернет-ресурсов для создания вербовочной ситуации, используемой лидерами экстремистских организаций. Также следователь прокомментировал диспозицию ряда статей об уголовной ответственности в случае пренебрежения к действующим в обществе правилам поведения и участия в неформальных молодежных объединениях противоправного характера.